там прибыла из холодной России. В свое время императрица решила вывести такую лошадь, которая будет годная под ложу и под воеводу, чтобы на параде могла участвовать, чтобы в бою могла сражаться, чтобы на ней одинаково легко восседал как рядовой, так и офицер. Да еще и чтобы в спорте побеждала, да еще и чтобы в упряжи ходила, да в санях, да в карете, да в телеге. И ее подданный граф Орлов Чесминский с достоинством выполнил данный приказ. Он отправился в далекие Арабские Эмираты, и за огромные деньги, за 40 тысяч серебром, он купил арабского жеребца по кличке Сметанка. С помощью контрабанды он перевез его, этого коня, в Воронежскую губернию и смог вывести уникальную породу лошадей, которая стала называться в его честь Орловская, в честь графа Орлова Чесминского, Рысистая. Почему Рысистая? Потому что на рысях, а у лошади, вы знаете, есть три альмураша, рысь, как сейчас бежит по рысу, и галоп. Вот на таких вот скоростях орловские рысаки меньше всех устают, быстрее и дольше других коней бегают и, соответственно, побеждают на дистанциях вот именно на таких рысях. До сих пор эта конюшня работает, она находится в Воронежской губернии, в селе Хреновое. Данных лошадей также запрягают знаменитую русскую тройку, сани либо кареты. Причем средняя бежит на галопе, а две крайние боковые бегут на рысях. Благодаря этому поддерживается максимальная скорость, и лошади почти не устают. То есть можно доехать на такой скорости в любое место. Вот такую вот уникальную породу создал с помощью арабских королей граф Орлов Чесминский. Поблагодарим Крюшу и встретим следующего нашего представителя конного мира.